Приветствую вас, я попробую всесторонне рассмотреть ваш вопрос, значит, ну, потому что это действительно важно, вот, и начать мне бы хотелось, наверное, все-таки с вас самой, да? То есть, грубо говоря, что для вас самой означает тот факт, что мужчина находится на сайтах знакомств. Вот именно для вас. Что это значит? Понятно, что вы можете его потерять, мужчину. Понятно, что вы можете с ним расстаться. Это все понятно. А вопрос на самом деле кроется немножко в другом. А именно в том, что это все означает именно для вас, конкретно. Что это означает конкретно для вас, что вы можете, например, с ним расстаться, или что у вас, может быть, есть какие-то проблемы. Вот. Не боитесь ли вы потерять мужчину, например? Не боитесь ли вы его лишиться, а если лишитесь, то что, опять же, это будет означать для вас? Вот это один из первых моментов, который вам, ну, надо бы прояснить. Да? Дальше. Следующий аспект вытекает из того, как вы узнали о том, как вы узнали о том, что мужчина сидит на, собственно, сайтах знакомств. Как конкретно вы об этом узнали? То есть было ли это легальное узнавание? То есть, ну, узнали ли вы это в результате того, что это было в открытом доступе? Ну, находилось это в открытом доступе, вот. Или вы узнали это случайно, или вы узнали это вообще нелегально, вот. Понимаете? То есть, мне кажется, что данный аспект нужно также вам рассмотреть обязательно. Потому что это важно. Важно, чтобы вы выработали свое какое-то отношение к данной ситуации. Следующий пункт касается того, что, собственно говоря, вам и не нужно. Вам и не нужно спрашивать мужчину о том, что ему не хватает. Вам этого делать не нужно. Почему? Ну, ответ на самом деле достаточно прост, потому что это мужчина, скорее всего, от вас еще только отдалит, если вы хотите с ним реально находиться в отношениях, то нужно не задавать ему вопросы такого типа, да? А нужно анализировать отношения ваши с ним,
То есть нужно смотреть, что у вас за отношения, как они развивались и развиваются. Что нравится мужчине, что ему, быть может, не нравится. И так далее. Что его устраивает, что его не устраивает. Вот. И исходя из этого уже, ну, нужно будет делать какие-то выводы, после чего корректировать свое поведение. Уже сейчас, на данный момент, вы можете, в общем и целом, сразу, значит, постараться освежить ваши отношения. То есть, как это сделать, да? Ну, во-первых, значит, предложить мужчине там, куда-нибудь съездить, допустим. Сменить обстановку. Побыть вдвоем, да, ну, чтобы были только вы, вот, и все, чтобы больше никого не было, кроме вас, вот, значит, ну и, соответственно, как-то, может быть, мужчину порадовать, постараться и так далее. Это сейчас понятно. Понятно, что этого очень мало. Это понятно, что проблема, по сути, это, может быть, даже и не решит. Но, исходя из того, что вы написали, большего представить, ну, на самом деле, сложно. То есть, сложно дать вам какие-либо более конкретные рекомендации, потому что никакой информации о том, что с вами происходит, нет. То есть, вполне вероятно, что в вашей жизни что-то происходило. Вот. Вполне вероятно, что в вашей паре ну, есть какие-то конфликты, да, но, скорее всего, вы об этом знаете сами. То есть, вы сами знаете, что у вас в паре есть какие-то проблемы, вот, скорее всего. И вопрос заключается в том, как вы решаете эти проблемы, решаете ли вы их, вот. Ну, например, судя по тому, что вы не знаете, как мужчине что-то сказать, да, судя по этому, можно предположить, что вы не так уж и близки с ним, ну, со своим мужчиной. Вероятно, даже, может быть, не доверяете ему в полной мере, и так далее. Если это так, то у этого, конечно, тоже есть какие-то причины, и с этими причинами тоже нужно разбираться. Вот. Сейчас пытаетесь окружить мужчину заботой, лаской, теплом, вот, постарайтесь дать мужчине это все, постарайтесь, значит, как-то вот повнимательнее изучить его, постарайтесь приглядеться к нему, может быть, там что-то и обнаружится. Но лучше всего, конечно, будет, если вы возьмете несколько полноценных
консультаций для того, чтобы разобраться все-таки с тем, что между вами происходит. Вот. Потому что, ну, по-другому, скорее всего, не получится. Вот. То есть проблема здесь, скорее всего, имеет место быть системная. То есть, что значит системная проблема, да? Это значит, что проблема имела место быть достаточно давно, и, вероятно, вы просто не обращали на нее внимания, на проблему на этом, вот. Но это, опять же, ничего не значит, абсолютно, да? Тот факт, что вы не обращали внимания на проблему, не значит того, что проблемы не существует. И, соответственно, нужно искать, анализировать, разбираться. И тогда, я думаю, что-то получится. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!